Волк, волк, волк. Я с собой как раз косточки взял. Волчонок, волчонок. Я тебе дам, погоди, погоди. О! Хай, ребята! С вами Супер Герчик, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт на версии 1.16.5. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы занимались очень многими делами. Мы добыли несколько алмазов, приручили коня. Также мы нашли в пещере спавнер скелетов, да. В этой серии я почему-то без вещей. Я сейчас пытаюсь понять, почему так произошло. И похоже, я слишком большую прорисовку поставил. У меня игра что-то очень сильно лагает. Ну, а сейчас мы попытаемся понять, что же мы хотели сделать в конце этой серии. Итак, мне кажется, что мы можем уже идти к дракону. Разве нет? Я, честно говоря, готов идти к дракону. Вы согласны? Ну, тогда начали приключения. Сейчас только вещи возьмем, разумеется. Так, а нам нужно, конечно же, сделать вот эти вот эндер око. Я сейчас не помню, как они делаются. Скорее всего, как-то... Так. А, подожди. Чего? По две штуки! А зачем я так-то... Блин, я же там сидел, столько штук этих добывал, а тут по две штуки сразу даются. Вот бы сразу сказали, а. Могли ведь сразу сказать мне. А я там мучился. Да мне уже 20 достаточно, зачем я столько накрафтил? Уф, вот я молодец, конечно. Но как по мне, 14 штук, это очень даже достаточно. Око-энтеров довольно-таки много у нас. Око-эндера, я не знаю, как правильно, око-эндеров. Я думаю, мы уже готовы к походу, величайшему походу нашего рыцаря Дон Кихота. Итак, мы что делаем? Мы бьемся в куст, да, правильно. Ну, а еще мы должны посмотреть, как все вокруг красиво, как все вокруг круто. Ну, мы должны посмотреть все вокруг, сесть на коня и убежать. А, разумеется, да-да-да. Самая важная часть. Целых два цыпленка у нас вылупилось. И теперь мы готовы, я думаю. Ай, ай-яй-яй, что происходит? Курица провалилась под текстуру, видимо, да? Она принесла себя в жертву, чтобы мы могли сварить и покушать, я так понимаю. Ладно, давайте мы ее сварим, раз она сама убилась. Итак, давайте жарим эту бедную курятинку. Лулошка бы это не оценил. Ну... Все, теперь точно пошли, надеюсь. Проблем больше не будет. Э, конь, ты куда убежал? Погоди. Итак, мы давайте начнем наш поход. Пускаем первый Ender Pearl. О! Он, по-моему, взорвался. Ладно, побежали. Куда-то в ту сторону, судя по направлению. Давайте мы в бок немного отбежим, чтобы понять, далеко ли нам надо будет бежать. И что-то я сейчас подумал, а что делать, если тут будет море? Неужели коня мы не сможем взять с собой? Пустим второй. Так, расстояние порядочное. Ну, мы побежали. Я не знаю, как мы будем переправляться через некоторые места. Это будет, я думаю, интересно. А! Меня убивает гриб. А! Мухоморы убивают, действительно, это правда. Если вы это слышали, значит, это правда. Врачи нам не врали. Мухоморы вредные для здоровья. Похоже, на этом коня Росинанта придется оставить. Как переправляться будем? Конь, давай сюда. Так, ладно, продолжаем. Наш больше плавание, видимо, чем поход. Курятинку кушаем. Застреваем в мухоморе. Мне кажется, единственное, кто нас убьет, это будет мухомор. Отстаньте от меня. Боже мой. Бежим отсюда.
Главное, мухомор не врезаться. Нет, мухомор, не хочу. У меня немного светло в комнате, поэтому я плохо вижу вокруг. Слушайте, а ведь мы недалеко. Черепашка! Да. Видимо, здесь придется оставить нашего коня Росинанта. Я думаю, он не потеряется. Надеюсь. Очень надеюсь на это. Вот такую я ему небольшую яму откопал. Защитную. Надеюсь, он тут не потеряется. Надеюсь, ему тут будет уютно. А где он? А, я уж думал. Мы уже его потеряли. Ладно, давай спускайся. Надеюсь, мы его не потеряем. Я опять-таки скажу. Вот такие координаты. 500 и 700. Ладно. Ой, пошел дождь. Круто. Возьмем, разумеется, лодку. Ну что ж, поплыли. Я-то думал, это будет крутое путешествие вместе с конем. Получилось, что это плавание. Великое плавание. Так, пустим еще одно око Эндера. Стоп, там нужно как минимум 12, да? Или нет? Там же нужно 12 штук, да? А что делать, если у меня меньше будет? Ладно, разберемся. Ну, здесь, конечно, нам не помешал бы наш конь. Но у нас с ним небольшие расстояния, которые большие, на самом деле. Берем наш корабль. И бежим! Бежим! Там зомби! Бежим, бежим, бежим! Ну, пока бежим вперед. Еды у меня достаточно, да. Пару стаков точно есть. Волк, волк, волк! Я с собой как раз косточки взял. Где ты, волчонок? Волчонок, волчонок. Я тебе дам, погоди, погоди. Косточки, косточки. Ты где, волчонок? О! Стой, а что ты не проручаешь? Все, все, он наш друг, он наш друг. Все, отлично. Давайте его тоже приручим. Все, у нас две собачки есть. Это отлично. Собачки, идите сюда. Я вас накормлю картошкой. Вы кушаете картошку? Нет. Картошку они не кушают. Давайте свинку покушайте. О, у нас будет новое потомство. Все, у нас не будет проблем с зомби. Побежали дальше. С нами будут наши два друга новых. Как назовем этих друзей? Одного назовем Бен. А второго? Ну пусть будет Шарик. Бен и Шарик. Кто из них только кто? Никто не знает. Кроме них самих. Паркур по деревьям. Поехали. И у нас вот такое вот красивое местечко. Что это там? Это что, леса что ли? А в Майнкрафте есть леса? Это лиса, что ли? О, это маленькие лисы. Мне кажется, волки их не любят. Ну ладно. Я не увидел, где она. А, увидел. Ну вот. Минус волчонок. Все из-за вас. Ой. Ой-ой-ой, извини, извини. Извини, извини, извини. Я его ранил случайно. Ой, я ему скормил очень много еды, ладно. Надеюсь, ничего страшного не будет. Пошли отсюда. Здесь как-то опасно. Интересно, как мы будем через море переправляться? Вот это действительно хороший вопрос. А мы же здесь были, нет? О, дежавю. Что ты сказал? Ничего, просто дежавю. Такое ощущение, что мы здесь были. А если мне вдруг придется кошку приручать? Я рыбу-то съел. О май гад. Ладно, шучу. Что? Мы уже дошли? Ладно. Мы, походу, дошли уже, ребята. Оно резко как бы развернулось.
Я, честно говоря, думал, наш путь будет намного больше.